положите левую руку вот так в сторону немножечко и попробуйте нарисовать свою левую руку. Вот так вот, и предплечье. Всю руку там головки рисовать не надо. Нет, нет, кисти, часть предплечья. А часть не надо рисовать? Не понял. Часть не надо рисовать? Нет, сначала как раз. Не-не-не-не-не, Володь, неинтересно, а главное бессмысленное занятие. Так нельзя научиться чему-то новому совсем. Нет, стоя не рисуйте. Стоя не удобно. А лучше не растопырить пальцы, а положите руку самым обычным образом. Ну, как вы обычно говорите. Попробуйте нарисовать. Растопырить пальцы неинтересно. Да? Ну, положи ее вот так. Да? Ну, примерно, вот так вот. Вот так. Это та натура, которая у вас с собой всегда. Так? Скажите, а у вас пальцы совсем прямые? Нет. А что же вы рисуете? Надо обращать внимание. Отношение длины пальца к длине ладони. Отношение длины пальца к ширине ладони. Смотрите, во всех перчатках вашей ладони одинаковая ширина. Очень сложное, очень важное место основания большого пальца. И какое положение он занимает относительно всей руки. Хорошее решение только. Давай смотреть. У тебя большой палец, вот ты на него смотришь, да? Он правда вот здесь кончается? Вот если ты изобразил вот эти четыре пальца вот здесь, вот так, да? То большой это кончится. Намного ближе к нижнему листу. Нижнему правильно, да. Вот эти все четыре пальчика лежат на прямой или на дубле? На дубле. Отлично, проводишь такую линию. Видишь, она касательная к этой линии. Вот, хорошо. И дальше можно с этим треугольничком поиграть. Он однобедренный. Вот, вот эта длина примерно такая же, как эта длина. И нога – это связка сосисок. У меня какой-то мизинец странный выглядит, такой толстый. Вот. Это кажется, что такое простое задание. На самом деле это очень сложное задание. И не нажимаете с такой силой на карандаш, когда делаете заготовку. Так, чтобы потом тебе это не мешало. Попробуем сразу более-менее реальную толщину пальца придать. Только дальше будешь на эти две линии ориентироваться, как на вот эти границы пальчика. Да? А, пока основа, ладно, тогда нормально. Тогда нормально. Ого! Вы что, причинили этот палец? Обратите внимание, он у вас вдвое толще всех остальных. Что с ним забыли случилось? Это первое. Второе, я не вижу вот этого угла. Мизинец вот так будет себя вести, если вы его вот так оставляете. Ну, уважаемый. Вижу это спокойно. То есть вот такого угла я как-то у вас на руке не вижу. Ребят, пробуйте не выдумывать. Пробуйте смотреть. Вы же вроде как видите. Все. Жаль, что здесь вентилятора нет. Угу. А еще кондиционер. А еще неплохо бы шашлыков. Что? Шашлыков неплохо. Ой, а я не послышал с полков. Но у вас пока до кисти так было не дошло. Ну, хорошо. На месте хотя бы. Я отметил длину, которая находится на кисти. Ну, понятно. Ну, хотя бы общий контур нужно сделать. Так. Есть опасность, что вам не хватит листа. У вас все в мор... А, нет, ну, если вот так, то нормально. Смотрите, как вот провели любой мизинец. У нас что, вот так же? Но зачем же вот так разбирать? Вы же понимаете, что вы нарисовали ровно вот так. Там же бок у вас, кость, которая доскорит ладонь, и мизинец взял и резко развернулся. А можно другую руку рисовать? Не капризничай. Капризничай.
Чем тебя своя рука била? Слишком худо. Я
да? А вот это, что на основании большого пальчика, подальше возьмите. Это основание ладони, а ладони тем не такая маленькая. Так. Ну и дальше пошло запястье, уже, это уже не наше. Ну, теперь вот эти кружочки можешь убрать, вот эти вот линии убрать, они тоже мешают. Так. Опа, ладно. И вы хотите мне сказать, что у вас именно такая рука? Ну, понял. Скажите мне вот такую выпуклую линию на вашей руке. А что же вы рисуете? У нас была задача нарисовать на... Кладите. Ну, вот так это большой палец, да? Хорошо, допустим. Значит, давайте посмотрим, где он у вас кончается. Если вы проведете... Вы просто не в тех местах положите палец, просто на самом деле вот так сказать. Раз, два. А вы как положили? Решили, что одного сустава будет потерять. Ну а большой палец, во-первых, он слегка короче, вот, а во-вторых, он здесь не обрезан, как кирпич, а он имеет свое завершение. И ноготь вы видите не вот так, смотрите, вы кладите, вы вот эту площадочку пальца. Слева и справа от ногти, здесь одинаковые ширины, пройдите на место, где шире, здесь, да, а теперь ногти шире, вот эту часть всю исправить, она не так, но и большим пальчиком проработать. И что, опять такая страшная? Ну, она только как-то покрасивее опять. Вы теперь вообще никогда спать не будете. Нет, это красивее вот это. Массовое изготовление страшно. Это я всем покажу. Можете открывать свою маленькую фирму. А что мешает? Называется страшный рюкзак. Ну, да. Не, ну, Володь, на самом деле не настолько страшно. Но при такой ширине ладони, которую вы задали, палец станет реально прошит. Да. Пропорции. Толщиной пальцы сменить как. Нет, надо по верху. А во-вторых, просто сами пальцы были массивные. Мы решили сделать этот палец просто как сардельку. Но у него же форма сложная, но обратите внимание, вы же видите. Вот тот же сайт, вот его выпнули, видите, какие люди. Ты не толкаешь двух кистей состояния. Нет, как сказала, рука слабая. А, да, самое интересное, с одной левой руки при этом. Да. Но развернутый, да, даже сложно представить себе, что он с ним сделал. Потому что они развернуты, оказывается. А где вы снимите, которые плавают? Куда вставят? Вот сюда. Да. А мозги зачем? Лишняя деталь, как интересно. На самом деле есть такое существо, которое, руку которого вы нарисовали. Значит, это древний лад шимпанзе. Это радикально. Смотрите, если вот этот большой палец прижать к ладони, то есть вот так делать, да? Значит, его ручка окажется ниже основания указателя. А у вас? Производитель ему там. Ладно. Ну, это...
пожалуй, наше последнее упражнение в качестве упражнения. Да. Ну, давайте. Вот давайте подойдите сюда, просто на лайном примере покажу, как можно этот рисунок жить. Ну, во-первых, мы вот все-таки слишком распухли завершение большого пальца. Не прощение, сильно попросила задать вот так. Не-не-не. Я, можете? А, да. Вот смотрите, я некоторые линии делаю намного более яркими, не все. Намного более яркие, чем остальные. Вы сейчас увидите, у этой руки появится объем. А какие именно линии? Или любые? А, нет, не любые, конечно. Но вот этому, Володь, надо долго учить работу линейной техники, когда никакие тени ты не накладываешь. На самом деле, я меняю линии. Я делаю более яркими некоторые участки линий. Так? Объемные, которые? И за счет этого возникает ощущение объема. Я в вашу линию вмешался.